У русского народного костюма давняя и богатейшая история. Натуральные ткани, свободный покрой, насыщенная цветовая гамма, ручная вышивка и аксессуары. Современные модельеры и дизайнеры одежды, вдохновившиеся образами русских красавиц, создают новые коллекции в русском стиле. Одну из таких смогут увидеть участники первого в нашем городе фэшн-уикенда в Саровской Ривьере. Все привыкли, что модные показы это в каких-то помещениях проходят. Но модно сейчас проводить их в местах самых неожиданных. Начало маленького разговора о большой моде в этом городе замечательном. 9 сентября во Всемирный день красоты любимое место отдыха горожан набережной реки Сатис превратится в настоящий дом моды. Зрители фэшн-уикенда смогут увидеть ярких моделей в костюмах и платьях ручной работы. И все это в неожиданной для дефиле локации на фоне современной архитектуры жилого комплекса «Саровская Ривьера». Меня интересует тема урбанистики. Это самое, наверное, модное, что сейчас есть в мире. Города меняются, они дышат, они все более и более становятся живыми. И вот это место как такой пример того, как меняется город. Две коллекции и два совершенно разных взгляда на современную моду. На смену моделям в русском стиле придет спортивный шик. Какие неожиданные решения в этом модном сегодня направлении продемонстрирует саровчанам дизайнер Елена Бабинова, пока остается секретом. Соберется 25 красивых девушек. Вот они, в принципе, красивые от природы. Это поразительно. Вы увидите много красоты, много красивого в одном месте. У вас будет возможность сфотографироваться с этими девушками. Фэшн-уикенд в Саровской Ривьере можно по праву считать главным модным событием этой осени в нашем городе. Праздник стиля и красоты не оставит равнодушным всех, кто следит за современными тенденциями в мире моды. Фэшн-уикенд пройдет на набережной жилого комплекса Саровской Ривьеры в воскресенье, 9 сентября в 3 часа дня, при условии хорошей погоды. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.